ненормированные, абсолютно ненормированные, но опять же все для того, чтобы процесс был продуктивным. Есть еще куда стремиться, есть чего достигать. Мы организовали поддержку, онлайн-поддержку. Регистрируйтесь на сайте ITF Academy и с удовольствием вас приглашаем к тому, чтобы вы использовали это время с пользой. Вы повышали свои знания и, соответственно, вы получали свои сертификаты. То есть учитесь, давайте экзамены, получайте сертификаты. Время с семьей у нас стало неограничено, и его можно проводить с пользой.